Едва остановился дачник у первой платформы лесной, вы слышите голос прозрачный, рожденный самой тишиной. В лесу над росистой поляной кукушка встречает рассвет. В тиши ее голос стеклянный звучит, как вопрос и ответ. На услугах кукушкиной, кукушка пропеты, не радость слышна, не печаль. Она говорит нам, что где-то есть очень далекая дата.